Жошива наступает. Des Slaves de l'Est, la fête d'Ivana Kupala. En France, elle est connue comme la fête de Saint-Jean. Aujourd'hui, vous allez participer dans nos rituels principaux. Choisissez un ruban et enroulez-le à l'arbre. Березнечка, все зеленым за сонечком, все зеленым за сонечком, где колечем шепченечка, ставлю раз красавчика поставлю. Постелю платочек, поцелуй сладенько, поцелуй сладенько. Ура за, ура за, целоваться три раза. Раз, два, три. Потанцуй со мной маленько, потанцуй со мной маленько, поцелуй сладенько. На дощечку, на плашечку, постелю платочек, постелю платочек. Только привет сюда, я вижу, что танцуй, говорит, ты же дома. Потанцуй маленько, потанцуй со мной маленько, потанцуй со мной маленько. Как на этот, на платочек молодца поставлю, молодца поставлю. Раз красавчика поставлю, раз красавчика поставлю, танцевать заставлю, танцевать заставлю. Купала, купала, где ты пробовала? À faire le symbole de cette nuit, de la fertilité, le mannequin Kupala.
Donc là, elle poupée pour préparer bonheur familial, l'amour, l'argent. Enfin, ça dépend de vous, des gens qui veulent les faire. Je vous invite. Мы его не видим. Вот так вот держи и примотай. Там... У меня нормально? Ну, лучше, конечно, знаешь как, вот так. Вот так вот нормально? Les filles, elles avaient le rituel de copinage. Maintenant, nous allons vous montrer cette rituel et on va chanter quelques chansons. Покомимся, поломимся, Ура!
Ha ha ha.